С 1 июня по 15 сентября в городском округе Мытищи проходит чемпионат по пляжному волейболу. В эти выходные на стадионе в Центральном парке культуры и отдыха волейболисты сыграли очередной третий этап соревнований. Всего их 7. Финал состоится в сентябре, где за призы и победные места будут бороться сильнейшие команды со всего московского региона. Участвуют абсолютно все желающие. Главное набрать 2 человека. Да, в мужскую часть, естественно, мужчины, женская, женщины. Главное, чтобы не были моложе 2004 года. Участвуют все. Вся область приезжает, Москва, все, кто умеет, кто желает. Стоит отметить, что пляжный волейбол с 1996 года присутствует в соревновательной программе Олимпийских игр. Проводятся турниры различных категорий. Кстати, в эти выходные известные российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стоянов впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, который проходил в Гамбурге. В финале турнира нашим спортсменам противостояли хозяева соревнований – немецкие спортсмены. 57-тысячный стадион болел за своих, но наших волейболистов это никак не смутило. В итоге золото чемпионата мира у россиян.